Детям подарили современный фотоаппарат. Воспитатели и малыши не скрывали свою радость. Все были очень довольны такому приобретению. Теперь от каждого праздничного мероприятия в пчелке у всех сотрудников и маленьких воспитанников останутся фото на память. Сегодня все были очень счастливы, когда они нам принесли подарок – хороший фотоаппарат, который включает в себя очень много функций. Можно и фотографировать, можно и видео снимать. На память мы уже сфотографировались, детки себя привели все в порядок, стали красивыми, сделали великолепную фотографию. Опробовали, пришли к выводу, что очень хороший подарок, очень нужный, очень необходимый. И хочется сказать им огромное-огромное за это спасибо. Проведение таких праздников – давняя традиция для сотрудников службы судебных приставов. Ежегодно они проводят разные культурно-развлекательные мероприятия для детей, оставшихся без попечения родителей. Осознавая всю важность и ценность положительных эмоций и улыбок каждого ребенка, судебные приставы при поддержке коммерческих и общественных организаций стараются подарить тепло и внимание тем, кто нуждается в них больше всего.